Друзья, если вы хотите выучить или просто подтянуть английский язык, рекомендую подписаться на канал Ирины Ши, а также заходите на ее сайт. Там вы найдете множество видеоуроков, с помощью которых вы научитесь не только понимать английский, но и говорить на нем. Занимайтесь в любое удобное для вас время. Ссылка на канал и сайт в описании под этим роликом. В этом видео на Моголь ТВ вы сможете проверить, насколько быстро соображает ваш мозг. Вам предстоит ответить на 10 вопросов. Но время для решения всегда будет ограничено, только 10 секунд. Ставить видео на паузу нельзя. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Не забудьте посчитать, сколько получилось в сумме, и в конце видео я расскажу, что означают ваши результаты. Ставьте лайк, если любите такие тесты, и мы начинаем. Номер 1. Посмотрите внимательно на эту картинку. Да, это все. Больше вы ее не увидите. Постарайтесь восстановить ее в своей памяти и скажите, сколько машин там было. Итак, на картинке было 12 автомобилей. Если ваш ответ был в рамках от 10 до 14, то вы получаете 1 балл. Если меньше 10 или больше 14, то 0 баллов. Номер 2. Перед вами заготовка для модели куба. Посмотрите на варианты ответа и скажите, какому из вариантов соответствует эта заготовка. Итак, правильный ответ номер 4. Прибавляйте 1 балл, если ответили верно. Номер 3. Представьте, что вы участвуете в марафонском забеге. В какой-то момент вы обогнали бегуна, который был на втором месте. Какую позицию вы теперь занимаете? Если вы ответили, что теперь занимаете первое место, то, конечно, ошиблись. Ведь если вы обогнали человека, который был на втором месте, то теперь вы бежите на второй позиции, а он, соответственно, на третьей. Номер 4. Вставьте на месте пропуска слово, которое было бы окончанием первого слова и началом второго. Итак, правильный ответ – это слово «чай». Тогда вы получаете слово «обычай» и «чайка». Номер 5. Озеро зарастает лилиями. Каждый день количество лилий на озере увеличивается в 2 раза. Полностью озеро зарастет за 36 дней. А через сколько дней зарастет половина озера? Разумеется, не нужно обладать выдающимися математическими способностями, чтобы ответить верно. Если каждый день количество лилий увеличивается в 2 раза, а полностью озеро зарастет через 36 дней, то, соответственно, через 35 дней озеро зарастет наполовину. Номер 6. Какая из фигур должна быть на месте знака вопроса? Каждый раз палочка поворачивается на 135 градусов. Соответственно, фигура номер 2 – это правильный ответ. Номер 7. Лиза не ниже Славы. Таня выше Ильи. Маша была бы самой низкой, если бы не было Славы. Илья и Лиза одинакового роста. Кто же выше всех? Правильный ответ – Таня. Она выше всех. Номер 8. Мальчик пинал мяч примерно на 2 метра от себя. После каждого раза мяч все время возвращался к нему. Как же такое возможно? Правильный ответ – гравитация.
Мальчик попросту пинал мяч вверх. Номер 9. В каких-то месяцах года 31 день. В каких-то 30. А в скольких месяцах в году есть 28 дней? Если вы ответили один, имея в виду февраль, то ошиблись. На самом деле 28 дней есть в каждом из месяцев года. То есть правильный ответ 12. Номер 10. Попробуйте догадаться, что такое лунула. Правильный ответ. Так называется полумесяц в основании ногтя. А теперь результаты. Напишите прямо сейчас в комментариях, сколько правильных ответов вы дали. Если ваш результат от 8 до 10, то это высокий результат. Ваш мозг работает очень быстро. Если результат от 5 до 7, то это средний результат. Если вы набрали 4 и меньше, то это значит, что вы были недостаточно сосредоточены или же вам нужно попросту тренировать свой мозг, например, решая головоломки и загадки. Не забывайте заходить в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом.